Снимок М31 представляет исследование шести эллиптических галактик, сделанное Чандрой, чтобы определить, что создает один важный тип сверхновых. Сердце М31, называемое также туманностью Андромеды, Чандра обнаружил рентгеновские лучи, которые частично создаются после свечения сверхновых. Изучая свойства рентгеновских лучей, ученые поняли, что один из классов сверхновых в этих галактиках под названием тип 1А вызывается слиянием двух белых карликов. Понимание того, как запускаются сверхновые типа 1А, важно потому, что эти объекты используются для измерения расстояний в космосе.